К другим темам. В Локосово приступили к возведению храма. Средства для первого этапа строительства собрали общими усилиями власти и жители села. Освоили их быстро. Денег хватило лишь на подготовку фундамента церкви. Расчетный счет для пожертвования открыли еще в начале прошлого года. Пока удалось сделать котлован и начать отсыпку основания храма в честь Святого Богоявления. По проекту он должен быть из белого камня с тремя куполами и вмещать около 150 человек. Вокруг церкви предусмотрен целый храмовый комплекс с домом для священника, зданием воскресной школы и другими постройками. Но для того, чтобы все это построить, по смете нужно около 80 миллионов рублей. И сейчас жители Локосова ждут появления спонсора. Самостоятельно собрать средства, по словам настоятеля местной церкви, протоиерея Валерия, селяне не смогут. Сельское поселение Локосово небольшое по количеству населения, и многие люди не всегда понимают, что порой людям существовать не на что. Пожертвовать какие-то деньги они могут лишь в слабой доле в какой-то.